Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про агропромышленную выставку «Золотая осень». С 9 по 12 октября несколько выставочных павильонов ВДНХ образовали настоящее агропромышленное царство. На выставку «Золотая осень» съехались представители более 1500 компаний агропромышленной индустрии из самых разных уголков России и стран ближнего зарубежья. Мероприятие имело несколько тематических разделов. Среди них оборудование для животноводства, животноводство и племенное дело, средства производства для растениеводства, фестиваль национальных культур. Особое внимание посетителей выставки было приковано к экспозиции с сельскохозяйственными животными. На мероприятии можно было увидеть представителей самых разных пород коз, лошадей, коров и овец. Впервые в событии приняло участие фермерское хозяйство из Якутии, которое представило традиционные для республики породы – якутскую корову и якутскую лошадь. Якутская порода лошадей – особенность – это приспособительные качества и хорошие нагульные особенности, потому что в суровых условиях нашей республики все равно без дозировки, без таких экстерьерных данных они не могут выдержать. Дело в том, что они у нас круглый год содержатся под открытым небом. 90 с лишним процентов кормов добываются. Мы их только подкармливаем. Поэтому они вот такие у нас приспособлены к суровым зимовкам. Да? И вот густая шерсть, длинная, вырастает у них. И вот смотрите, они у них отличные мясные качества. Золотая осень – это возможность для представителей самых разных направлений агропромышленной индустрии встретиться с коллегами и обменяться своим опытом. Многим фермерским хозяйствам и компаниям эта выставка дает шанс заявить о своей деятельности. Мы 400 штук подготовили проспекты, все разобрали. Сейчас нам придется на завтра опять все эти буклеты надо сделать, потому что людям очень понравилось, в основном москвичам, россиянам. Они подходили, спрашивали. Ну, в общем, впечатление очень неоценимое, очень большое, конечно. В рамках «Золотой осени» для представителей компаний, фермерских хозяйств, а также простых посетителей были проведены мастер-классы и лекции по актуальным вопросам агропромышленного комплекса. Во время них много говорили об экологических проблемах, современной ветеринарии, информационных технологиях в сельском хозяйстве, развитии отечественного животноводства и растениеводства. Впечатлений всегда много от проведения выставки, всегда они положительные, потому что это обмен опытом. Мы встречаемся с нашим руководством, мы из Ленинградской области в данном случае. У нас не всегда есть возможность встретиться у себя на месте, поэтому большие мероприятия, как всегда, объединяют. Ну и обмен опытом с другими хозяйствами, тоже это немаловажно. В этом году «Золотая осень» проводилась уже в 21 раз. Организаторы мероприятия признаются, что не собираются останавливаться на достигнутом и продолжат в следующем году держать планку одной из крупнейших агропромышленных выставок в России и странах СНГ. О других интересных событиях, связанных с животными, вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!